Здравствуйте, дорогие подписчики! Я снова с вами на связи. И сейчас будем выводить денежку из кошелька Payeer. Как это делается, я покажу на личном опыте. Поскольку я хочу вывести сейчас $1000 на карточку. И будем вместе с вами это делать. Значит, вкладочка «Перевести». Сюда мы вписываем сумму, которую мы хотим обналичить, да, выбираем тот кошелек, с которого мы хотим деньги снять. У меня в данном случае долларовый кошелек. Вот на нем сумма. Попробуем вывести до цента. Так, и смотрим варианты вывода. То есть, как вы видите, здесь можно выводить на платежные системы, такие как Payeer, OkPay, Bitcoin, Paxum, Kiwi, WebMoney, Яндекс.Деньги, РБК Money и вот этот W1. Так, на мобильный номер Билайн, Мегафон, МТС, Россия, по России. Российские банки Visa, MasterCard, Maestro. Visa, MasterCard, Maestro. Наличные деньги, контакт по России, Unistream по России. И мировые банки SWIFT перевод, CPay, да, по-моему, Visa International и MasterCard, а также российские банки. Вот перечень этих банков я в прошлом видео перечисляла. Можете посмотреть еще разочек. Так, я в данном случае буду выводить вот через это меню мировые банки, потому что я живу в Украине, и мне нужно вывести деньги на свою долларовую карту. MasterCard. Так. Так, это доллары у нас. Нажимаем кнопочку «Перевод». Так, и здесь у нас пропала наша 0,8 центов. Мы сейчас допишем. Вы получите... Так, а ну-ка, интересно. Ага, видите, меняется сумма. Вы получите 950.25 или же 950.33. Ну, короче говоря, выводится до центов. Это прикольно. Сюда мы вписываем номер карты. Срок действия. И вот нам пишет, вы получите $950.33, комиссия Payeer 37.54, комиссия шлюза 12.21. Ну, то есть мы теряем $50 на этой всей штуке. Конечно, неприятненько, но мы платим за услугу. Это, в принципе, нормально. И нажимаем кнопочку «Подтвердить». Вывод успешно завершен. Значит, такой перевод идет обычно от 4 до 10 дней. Неважно, что вы отправляете на карту, доллар или евро, деньги поступят в валюте вашей страны по курсу банка на день конвертации. То есть на вашей карте не обязательно должны быть открыты счета доллары и евро. Деньги придут в любом случае. Ну, я выводила на долларовую карту, поэтому они мне должны поступить в долларах. Под этим видео я напишу, через какое время деньги пришли на мою карточку. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И встретимся на YouTube. Пока-пока!